Золотка и упала с неба звезда. Что, не загадала? Нет. Ну, как всегда. Это слова из песни, которую обычно вожатые поют вместе с ребятами у костра. С нее начался лагерь-семинар студенческого актива «Роса». Вместе со студентами ее исполняет Игорь Потапов, проректор лагеря и, можно сказать, один из его основателей и старожил. Еще когда это все задумалось, было немного непонятно, во что это выльется, поэтому и кого привлекать к этому лагерю. Начали мы с самых активных в области, в городе, это КВНщики. В то время движение в Рязани КВНовской было очень здорово развито, и поэтому первые два лагеря были исключительно для КВНщиков. Там проходила тоже школа КВНовская, и пробовали различные мероприятия, которые могли бы стать наполнением, помимо всего. Это, во-первых, спортивные обязательно, созидание, и творческие какие-то вещи. Однако практически сразу организаторам «Росы» стало понятно, что студентам нужны не только развлекательные мероприятия, но и серьезные обучающие программы. На них и сделали упор. Сейчас помимо спортивной универсиады, фестиваля искусств и «Росовидения» здесь разработано немало социальных проектов. Сразу же с первого дня, первая лекция – это то, как писать соцпроекты, как презентовать себя. И, в принципе, все лекции помогают нам настроить ребят на защиту этих проектов. В последний день, а именно в среду, мы будем их слушать, оценивать, ну и, конечно же, поддерживать самые лучшие проекты, чтобы они обязательно были реализованы. Несмотря на то, что в этом году лагерь-семинар «Роса» проходит в онлайн-формате, он собрал 120 участников из различных регионов – Рязани, Тулы, Белгорода, Подмосковья, Москвы и Донецкой Народной Республики. В 2010 году я поехал участником, и стало понятно, что то, что здесь происходит, это, во-первых, помогает как и тебе, как личности, и может помочь другим. Имея возможности помочь людям, хочется, потому что, ну, наверное, интересно оставить после себя какой-то след, и если этот след я оставлю для молодых ребят, которые сейчас могут воспользоваться знаниями, мне это очень приятно, и хочется донести до них все это. В прошлом году на таком лагере-семинаре победил проект «Граффити», где трудные подростки помогали украшать серые стены социальных объектов яркими красками. На него специально были выделены средства. В этом году строгому жюри снова будет представлено ряд социальных проектов. Определить победителей предстоит в среду, 9 декабря. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».